Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1476. Откровение 11, 17, 18. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». За 27-12 декабря, это декабря 2019 года, наше обращение о помощи старости. Очень желательно, чтобы помогли купить новый комбайн, кормилец наш. Я буду быстро проводить здесь, протаскиваться. А вы же за курсором останавливаете. Вот 4 ролика о них. Тут все безобманно. Молимся, чтобы Господь все устроил-то. Ну, еще раз хочу показать письма, которые послал президенту, в Думу, генеральному прокурору и Министерству юстиции. Письма где-то здесь хотел показать, оказывается, его нету. Слово вот этот вот, рапорт стихотворения. Послал всем, можете посмотреть.
Тут где-то письмо. Сейчас, может быть, найду. Да. Засчитаю. Ну, не знаю, сумею ли нет найти, не знаю, под каким названием. Это о том, как секты работают, все это. Вот материал такой ознакомительный, дать хотя бы раз.
Давай. Заходи. Давай, заходи. Молодец. Вот она как.
Вот все, 43 страницы прошло событие. Еще холод, у нас сейчас 28 градусов мороза. Занимаюсь кормлением птичек, около 100 воробьев выживает. Голубей уже прилетает, кроме моих, 25 породистых. Это просто дикари. Уже 16 кормлю их тоже, чтобы не погибли. Такая работа.